В рамках федерального проекта «Создание условий по реализации творческого потенциала нации», национального проекта культуры, реализуется ведомственный проект именно Камчатского края «Творческие люди». Камчатский учебно-методический центр является ответственным лицом по обеспечению контроля за реализацией мероприятий по подготовке кадров в Камчатском крае. Данный проект является инновационной системой профессионального роста работников учреждений культуры и искусства в современных условиях. И федеральные центры страны, а их у нас 18, призваны обеспечивать систему непрерывного образования работников учреждений культуры. Образовательные программы разрабатываются федеральными центрами с привлечением ведущих специалистов отрасли, выдающихся деятелей культуры и искусства, с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства в целом. Образовательный процесс в федеральных центрах организован на бесплатной основе и проходит в период с января по ноябрь включительно. С 2019 года Камчатский край принимает активное участие. В этом году обучились 44 специалиста. Из них 36 специалистов выбрали предложенные федеральным центром образовательные программы по заочной форме обучения. 8 человек прошли обучение очно с выездом на базы федеральных центров. Оплата проезда и проживания осуществлялась за счет средств государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». В 2020 году обучение прошли 79 человек. Принимая во внимание сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в России, обучение федеральных центров в 2020 году проводилось только в дистанционной форме. В 2021 году слушателями федеральных центров станут 122 человека. Обучение также будет проходить в заочной форме. Данный проект помогает оставаться в центре событий, не стоять на месте и развивать культурную жизнь села, города, района, края. Специалисты учреждения культуры активно применяют полученные знания на практике, что благоприятно сказывается на досуге жителей, а особенно в период ограничительных мер. Программы федеральных центров разрабатываются с учетом специфики деятельности учреждений по профессиям, по специальностям учреждений культуры. Благодаря проекту «Творческие люди» у специалистов культуры Камчатского края появилась возможность реализовывать свой потенциал в полной мере. Овладев необходимыми для плодотворной работы знаниями, пройденное обучение помогает совершенствовать предлагаемые для населения услуги, делать их более современными и востребованными.